Здравствуйте, дорогие мои зрители и все, кто зашел на мой канал. Сегодня я хочу вместе с вами начать делать новое украшение. Вот представляю вам, из чего я буду делать. Ну, собираюсь, по крайней мере, использовать вот такие бусины коралла. Гавлит. Такой вот у меня есть коралл. Сейчас покажу. Сантиметровые бусины 4 миллиметра, крошка гавлита и два вида цепей. Вот коннектор, две такие вот шапочки большие. Ну вот примерно из этого хочется что-то сделать. Может, буду использовать еще что-то. В дальнейшем я вам буду показывать. Знаете, решила отказаться от красного цвета. И вот хочу разобрать вот эти пины. И пустить их на новое украшение. Так вот. Хочу сделать здесь подвеску. Вот, пропустила два тросика. Выбрала подвесочку, сердечко. И отсюда будет на двух тросиках крошка. И потом такие вот бусины. Ну, может, что-то еще изменится. Попробую начать собирать. Так, хочу продеть сюда бусину с одной стороны и с другой. Отверстия хорошие здесь. Вот так вот это будет. А дальше попробуем крошку. Ну, вот что у меня получилось. Получились такие вот бусики. Я сделала вот такие сережечки. Здесь тоже сердечко. Подвесочка на бейле. Что-то с фокусом. Крошку набрала на два тросика. Тросик идет двойной до конца. Вот между тросиками, между крошкой ставила бусинку в шапочках. Застежка карабинчик и удлинительная цепочка вот такая. Здесь колоты.
И такие вот сережечки. Мне кажется, очень даже хорошо получилось. Ну, вот так вот это смотрится на манекене. Так смотрится на бюсте. Ну, на этом все. До скорых встреч!